Всем привет! Хочу вам показать, как я замораживаю говяжью печень у себя дома. Так, значит, я покупаю, разрезаю на кусочки, солю, перчу и убираю в холодильник. Вот, сутки стоит там, потом я вот беру вот такую вот формочку, беру муку, обмакиваю, значит, каждый кусочек в муке, выкладываю вот в такой вот формочке и, видите, делаю, значит, слои, а между слоями кулечек обычный, целлофановый. И печень замораживается, приедут гости, вот, пожалуйста, у вас готовое блюдо, печень любят все. Сюда же, значит, пойдет и лук. Заморожу лук. Потому что у меня, вы знаете, хозяйство. Много-много очень дел. И для меня вот это вот спасение. То есть гости едут, они не звонят, не договариваются, не предупреждают, а приезжают сразу. Поэтому вот это вот дело очень спасает, очень помогает. Вот видите? Они заморозятся, потом я их уберу в кулечек и закину в морозильник порциями. Буду брать, когда мне надо. Если людей много, гостей, возьму 2 пакетика. Если чисто для нас, то нам хватит одного. Вот так вот. Спасение для домохозяйки. Всем пока, всем добра, всем здоровья.